На 21 этаж за 2,5 минуты. На что способны спасатели Владимирской области, показали соревнования по скоростному подъему «Вертикальный вызов». В них приняли участие более 70 пожарных из всех уголков региона. Перед ними главная задача – как можно быстрее подняться на последний этаж вот этого дома. Цель этого мероприятия – выявить лучших, скажем так, в своем деле, которые покажут выносливость, это все на время. Такие соревнования проводятся по всей России, мы от них, как говорится, не отстаем. Инструктаж, экипировка и подключение к дыхательному аппарату. По команде судьи участники отправляются преодолевать препятствия. 35-14 часть, Родин. На старт, внимание, марш. Испытания не из простых, признаются спасателям. Говорят, даже на вызовах легче, ведь там просто некогда думать о навешанных сверху килограммах боевки. Все-таки это, наверное, тяжелее, чем работать на пожаре. Я считаю так. Здесь все-таки соревнования, здесь должны быть спортсмены, но на пожаре там адреналин. Совсем другое чувство. Ответственную роль пожарного смогли примерить на себя и журналисты вместе со всей экипировкой, включая баллоны за спиной. Дыхание сбивается уже на 7-м этаже, а вера в существование финиша начинает теряться на 9-м. Тем не менее, корреспонденту 6-го канала все-таки удалось дойти до конца за 5 минут. Прошли весь этот тяжелый путь. Просто 20 килограмм. На мне 21. 21 этаж. Просто. Это невероятно. Наши спасатели каждый день делают просто почти невозможное. Физическая подготовка, несомненно, важна в работе пожарного. Но не остается сомнений. Спасатель – это призвание. Крепкое тело и здоровый дух – лишь часть профессии. Секрет в истинном желании помогать людям. Павлу Богатыреву 18 лет. Парень учится на спасателя в колледже, но уже сейчас становится в одни ряды с огнеборцами. Работает в пожарно-спасательной части. На вопрос, почему именно спасатель, отвечает, не задумываясь. Помочь в основном людям хочется больше. И, ну, чтобы чрезвычайных ситуаций в основном не было. Достаточно тяжело. Ну, стараемся за минимальное время уложиться. Тушим пожар и выезжаем, все, устраняем. Среднее время, за которое поднимаются пожарные на 21 этаж – 3-4 минуты. Рекорд, установленный за все 3 года соревнований – 2 минуты 35 секунд. В этот раз победителем стал Никита Андреев, сотрудник 53-й пожарно-спасательной части из Владимира, с отрывом в 4 секунды от рекордного времени. Маргарита Бычкова, Руслан Павлухин, 6-й канал.